Натираем морковь на терке. Яичко также на терочку. Сыр натираем на терочке тоже. Нарезаем мясо мелкими кусочками. У меня это копченая курица и вот копченая тоже грудинка. Пересыпаем яйца в удобную миску и добавляем сыр, а также мясо. Выдавливаем 2 зубчика чеснока в майонез. Перец по вкусу, ну и соль. Все перемешиваем. Формируем вот такие вот небольшие шарики. Вкладываем морковки на пищевую пленочку. Слаживаем. Формируем такой шарик, мандаринку. Наш салат мандаринка готов, теперь будем пробовать. Очень вкусно. Всех с Новым годом и наступающим Рождеством.